7 человек утонули в Эгейском море при попытке добраться до берегов Греции. Лодка с десятками мигрантов на борту, плывшая из Турции, перевернулась недалеко от острова Лесбос во вторник утром. Усилиями греческой береговой охраны 57 пассажиров были спасены. Выжившие доставлены в больницы Лесбоса. Как сообщается, жертвы крушения – 2 детей в возрасте от 5 до 7 лет, 4 женщины и 1 мужчина. Поисковая операция завершена. Мигранты часто выбирают этот короткий, но опасный морской маршрут, чтобы попасть в Грецию. Подобные трагедии происходят нередко из-за перегруженности лодок и плохих погодных условий. С начала года при попытке переплыть Эгейское море погибли 39 человек.